Кира. И всем приветик, ребята! Сегодня очередная классная история про свинку Пеппу, Катю и Макса. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и... Ну, Максим, ну пожалуйста, я очень тебя прошу, ну пойдем со мной. Свинка Пеппа, блин, ну чего ты ко мне пристала? Я же тебе говорю, не пойду, у меня дел много. Ну какие еще дела у тебя могут быть? Вот такие, что я иду на футбол. Все, Пеппа, аривидерчи. Ну почему? Мальчишки такие жестокие. Ля-ля-ля-ля-ля. Кать, Кать, ты это, иди там свинку Пеппа успокой, а то она ревет и ревет. Так, что-то я совсем не поняла. А что свинка Пеппа делает в нашей комнате одна? Макс что, опять ее обидел? Эх, Макс. Пеппа, Пеппа, что у тебя произошло? Катя! Максим не захотел идти со мной на вечеринку! Пеппа, Пеппа, да ладно тебе так убиваться! Ты же знаешь, что это же Макс, он не любит ходить ни на какие вечеринки, дискотеки и прочее. Я знаю, чем тебе помочь. Сейчас бегаю на кухню, принесу немножко водички. Ах, Макс, засранец такой. Вот он у меня получит, когда придет за то, что обидел свинку Пеппу. Это же самая лучшая наша подружка. Так, так, нужно бы дать ей водички попить. Что это я разговариваю и ухожу? О, я думаю, свинка Пеппа не будет против выпить Пепси. Угу. Так, быстрей, быстрей, свинка заждалась. Пеппулечка, ну как ты себя здесь чувствуешь? Я принесла тебе попить. Катя, мы срочно должны найти кого-то, кто бы пошел со мной на вечеринку свинок. Кто бы смог пойти на вечеринку свинок? Ну, я даже не знаю, дай-ка подумаю, Пеп. Кто бы смог? Кто у нас такой добрый, гениальный? О, поняла. Давай позвоним Валерчику. Валера? Ты думаешь, он согласится? Да, конечно же, Пеппа, давай не будем сомневаться. Он очень добрый и хороший. И он настоящий друг. Так что в беде он нас точно не оставит. Алло, Валера, привет. Давай бросай свои ботанические дела и гоу к нам. Да, я тебя жду со свинкой Пеппой. Валера, это очень срочно. Не мешкай давай. Все, пока, ждем. Эх, ну все, свинка Пеппа, Валера сейчас придет. Девочки, здравствуйте. Рад вас поприветствовать. Это вам. Ого, Валера. Катя, что с тобой? Вроде бы мне плохо, а не тебе. Катя, что с тобой происходит? Я сейчас же принесу водички. Валера, да ничего не надо, все со мной в порядке, это и так, растрогалась немножко. Теперь давайте ближе к делу. Что у вас произошло? Валера, не желаешь ли ты со мной пойти на вечеринку свинок? Валера, даже не вздумай отказываться, единственная надежда на тебя. Макс, засранец такой, он отказался, и свинка теперь в отчаянии. Ура, ура, ура! Валера, а с тобой-то что? Катя, по-моему, у него совсем кукушка поехала. Небезопасно это. Да ты что, свинка Пеппа? Валера у нас порядочный парень. Катя, свинка Пеппа, прошу меня извинить. Это моя огромная мечта, пойти на вечеринку свинок. Видите ли, я изучаю психологию всех. И для меня это большая честь побывать со свинкой Пеппой на вечеринке. Ладно, ладно, Валера, хорош, мы все поняли. Да ты пойдешь точно? Уважаемая свинка Пеппа, составите ли вы мне компанию на сегодняшний вечер? Конечно, Валера! Тогда я зайду за тобой вечером. До свидания! Какой он чудесный! Ну вот, Пеппа, я же говорила, что Валерчик настоящий друг, и он всегда выручит. Ура, Катя! Я так счастлива! Спасибо тебе за помощь! Я пойду собираться на вечер. Ого! А чему эта свинка Пеппа так радуется, Кать? А тому, Макс, что она идет сегодня на вечеринку свинок с Валерой. Ого! Ну круто! Хоть меня совесть не будет мучить, а то уж я было хотел согласиться. Эх, Валерка, молодец! Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.